того, что, в общем-то, не хоккейный регион был, во всяком случае, будем так говорить до сих пор. Горовка, хорошая передача на скорости на Плэта. Плэт бросает и не справляется с этим броском. Пепперли ошибся. Казалось бы, достаточно безобидно, если та шайба попала ему тогда. Но бросок был достаточно сильным, и вратарь не очень удачно все-таки, наверное, сыграл. Подставил ловушку. В результате шайба оказывается в воротах. И Джефф Плэт. Молотный. И хорошая комбинация. И да, хорошо открылся сейчас защитник Горохов. На него последовала передача. Никто ему не мешал. У него был в результате Горохов получает шайбу, выкатывается на удобную дистанцию и бросает. Там еще перед Пепперли много игроков. В результате гол. 2-0. Оставили, забыли на секунду Плотникова на пятачке. И здесь уже как-то совсем тоскливо становится для ФХК Сочи. И да, замена вратаря. Гаврилов выходит на Пепперли. Его, ну, как так можно было, совершенно забыли. Щербина был ближе всех к нему и дал ему Плотникову возможность выкатиться, открыться, получить передачу и бросить в одно касание. Красиво. Может, как получилось, чуть-чуть получилось у Локомотива перехватить инициативу, Сочи перехватить инициативу игрой. ХК Сочи очень сложно будет что-то сделать. Надо кардинально что-то менять. Как хорошо опять-таки же открылся Коньков, никто ему не мешает. Ну и опять. Да, 77-й номер не успевает закрыть Александр Щербин. Уитни ошибается. Ой, как хорошо все было сделано. Как прошла передача. Ну, посмотрите, как разыгрывают. Ну, просто, ну... Да, Давид нам дает передачу. И, ну, открывается. И как-то смотрите, как едет, да, Ахмедов. 23-й номер. Так, как-то отметился, да, вот, да, вот я вот здесь, вот, посмотрите, вот плюшку поставил, да, ногами совершенно не двигал. Передача совершенно спокойно проходила на Аверина, а то. Она оказывается игроков Локомотива. Бросок, и что? Ну, вот. Точно такую же ошибку допускает если Гаврилов, какую допустил Пепперли в первом периоде, когда пускал первый шайбу. Вот Колесник здесь мечется, не знаю, где шайба. Она оказывается у игроков Локомотива. Они раскатываются. Хорошо раскатываются, да? Бросок Капустина. Кирилл Капустин, номер 71. Не стал, в общем-то, ничего делать особенного. Просто бросил. Команда Сочи взяла 30. Крикунов. Пытался хитро, красиво сыграть не получилось. И зато получил выход 1 в 0. Аверин 7-0. Ничего не действует. Пропускает. Уже пропустило 13 шайб. 6 шайб от Динамо и еще 7 от... Локомотива. Егор Аверин. Да, Аверин, знаете, как еще легко разобрался вместе с вратарем. Ну, защитник, ну, понятно, он не успел, уже не успевал никак. Раньше надо было. И он против Шишканова, И, ну, вот это было неплохо сделано. За 23 секунды до конца второго периода все-таки одну шайбу удалось отыграть, но опять... Тимофей Шишканов, номер 15-й, шайбу забросил... Александр Щербина, 77-й. На чемпионате первый раз они играли аж в сентябре. Но сейчас, может быть, Анисимов, в принципе, хорошо разбирается в таких ситуациях. Нет, тут Горохов его немного придержал. Не получилось даже бросить Анисимова. Я думаю, сейчас, может быть, булит. Да, так чуть-чуть рукой подтолкнул. Анисимова дохватило для того, чтобы тут... выкатился за ворота. Бросок выполняет Михаил Данилов.
Но совсем не везет. Впервые. Причем даже не попал ни клюшка, ничто ему не мешало, просто пошел конек в сторону. Вот. Хорошая передача, хорошая, а вот что задержался, да? Очень много времени потерял. Ох, какая великолепная комбинация. Вот это вот розыгрыш. Очень красиво все было сделано. И Эмер в перерывах. Еще раз давай смотреть. Шайба из угла. Катится, направляет на Уитни. Уитни в одно касание на Крикунова. И Крикунов также в одно касание на Эвертона. Великолепно разыграл. За 2 минуты 50 с небольшим секунд до конца матча. Ну, считайте, что потом в Сочи будет гол. Неудачный рикошет для Сочи. Яковлев за пешку. Ну, давайте смотреть. Вот передача на Яковлева. Яковлев бросает. Ну, не видно с этого ракурса. Я, честно говоря, не увидел. Еще раз смотрим. Или все-таки подставил? Производится просмотр видеоповтора от момента. Это 2 в 1. Девять-2. Вот не готов вам сейчас сходу сказать. Такое ощущение, что это может... Пытаюсь я вспомнить, был ли еще на заброшенной 9 шайб. Вроде тоже, посмотрите, казалось, все уже сделали для того, чтобы не было заброшенной этой шайбы. Нет, и все равно оставили одного игрока неприкрытым. Капустин забрасывает свою вторую шайбу. И с рукой отбили шайбу один раз уже все. Но и остается Капустин один неприкрытый. Игру для вас комментировал Сергей Кравов. Лучшие игроки сегодняшнего матча получают подарок от сети супермаркетов «Золотая Нива» и одноименного кондитерского цеха. Фирменный торт «Золотая Нива».